Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, дорогие гости, которые посетили наш дом молитвы, я сердечно приветствую всех в это утро воскресное в нашей церкви. Рады быть вместе сегодня. И сегодня, как уже отмечалось, и как мы слышим и видим, сегодня особое служение, особый день. Наше внимание сегодня, наш взгляд сегодня сосредоточен на события, которые произошли в жизни Иисуса Христа, события, которые связаны с нашей жизнью, с нашим спасением, события, которые Писание называет страдания Иисуса Христа, смерть Иисуса Христа. И об этом, вы знаете, очень подробно все четыре евангелиста говорят об этих событиях. Стих за стихом, главой за главою раскрывают то, что произошло много веков тому назад. И для этого у Бога есть особые причины. Я бы хотел вместе с вами сегодня, дорогая церковь, дорогие слушатели, рассмотреть одну очень важную деталь или событие, которое имело место в жизни Иисуса Христа, имело прямое отношение к аресту Христа, страданий Христа и Его смерти. Этот поступок, который был совершен по отношению ко Христу, Библия называет одним словом – предательство. Библия называет одним словом поступок, который был совершен по отношению к Иисусу Христу – предательство. Тема моей проповеди сегодня так и называется – предательство. Я хотел бы сегодня обратиться к вам. Вы в своей жизни были преданы кем-то? Знакома ли горечь предательства? В любых обстоятельствах – семье, между друзьями, между лучшими друзьями. Вы знаете, я думаю, что в этом мире во все времена, среди всех народов, предательство считается одним из мерзких, тяжких, гадких грехов. А в православной церкви считается один из семи очень тяжких грехов – это предательство. Мир, в котором мы живем, братья и сестры, непростой мир. Помните, когда апостол Павел говорил Тимофею, писал послание, второе послание от Тимофея, в 3 главе, 1 стихом, он начинает так: «Знай, что в последние дни наступят времена какие? Тяжкие». Тяжкие по той причине, что люди будут. Он говорит о людях, о состоянии людей, о поступках, которые люди будут совершать в последнее время. И в 3 стихе первое слово, братья и сестры, обратите внимание, что Павел говорит. Предатели, один из третьих стих, 3 главы, или 4, посмотрите, может быть, предатели стоит, один из стихов. Показывает состояние людей этого мира. Предателям всегда относились очень плохо. 4 стих, простите, предатели. Предателям всегда относились очень плохо. Относились плохо те, которые получали от предателей что-то, какую-то выгоду, какие-то ценности, какую-то информацию. Знали, что он продажный человек. И относилась и та другая сторона, потому что за предательство, за измену иногда в некоторых странах людей приговаривают либо к высшей мере наказания, либо к пожизненному заключению, либо к очень долгим срокам жизни. Братья и сестры, мы живем в мире современном, где предательство – не является чем-то, к сожалению, в обществе, в котором мы живем. Тысячи маленьких деток
оставлены своими родителями не потому, что у них нету родителей, а потому, что их просто предали родители и оставили в детских домах, в сиротских домах, в домах-интернатах. Много пожилых людей сегодня, которые имеют взрослых детей и внуков, находятся также в одиночестве, в домах, где их никто не посещает, никому не нужны, не потому что нет родственников, а потому что были преданы своими детьми. Предать чужое нельзя. Предают свое. И то, что представляет особую ценность. Знаете, в нашем русском языке это слово имеет определенное значение и смысл. Корень этого слова «дал» или «дав», так называемые чередуемые согласные в корне этого слова, но глагол этого слова «давать». Предатель, глагол этого слова значит «давать», что-то дать. Братья и сестры, обратите внимание на текст Писания, который мы будем сегодня рассматривать. Евангелие от Матфея, 26 глава, 14-15 стихи. Евангелие от Матфея, 26 глава, 14-15 и 16 стихи. «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников. С того времени он искал удобного случая, чтобы предать его». В любом предательстве совершается своеобразный обмен. Одна сторона продает или передает, другая сторона принимает. Та, которая продает или передает информацию экономическую, может быть, и военные какие-то тайны, еще что-то. При этом она обязательно хочет что-то получить, правда? Предатели не просто так говорят, я хочу раскрыть вам государственную, военную или экономическую тайну. Мы хотим что-то получить от этого. И чем ценнее информация, чем ценнее то, что продают, тем больше хотят взять. И предательство совершается не только в экономических, военных или еще каких-то случаях. Предательство было совершено по отношению к самому святому, самому праведному, самому доброму, самому любящему всех людей, который не заслужил на этот подлый поступок по отношению к нашему Иисусу Христу. Вы знаете, братья и сестры, когда мы говорим о предательстве Иисуса Христа, и как-то в мире вот этот поступок больше всего привязывает к какой личности, скажите? Больше всего привязывает к личности один из апостолов, Иуда Искариот. И вы знаете, он вошел в историю, знаете, вот как образ. И когда люди говорят о предательстве, чаще всего, то есть вспоминают, приводят образ Иуды. Вы знаете, братья и сестры, когда мы говорим о пути, которым Христос шел на Голгофе, вот в свете наших рассуждений сегодня о предательстве, я бы хотел сегодня поставить очень важный вопрос для всех нас, ключевой вопрос, вокруг которого будут наши сегодня построены все рассуждения, и попробуем найти ответ на этот вопрос. Вопрос следующий. Было ли предательство Иисуса Христа необходимым звеном в деле искупления человечества? Было ли предательство Иисуса Христа необходимостью или вот этим звеном в деле искупления человечества? Можно ли было обойтись без этого мерзкого, страшного поступка?
Ведь для того, чтобы Христос совершил искупление через крестную смерть, страдания, распятие, было негодных, много негодных людей, которые желали Его смерти, правда? И когда мы читаем, смотрим историю Священного Писания, историю событий, связанных с смертью Христа, ведь история могла развиваться и по-другому. Ведь люди могли просто передать, взять физически Иисуса Христа, арестовать, предать Его Понтию Пилату, Его бы казнили, распяли. Главное, чтобы произошла смерть. Почему необходим был вот этот еще поступок предательства? И когда люди говорят о предательстве, как мы уже отмечали, то всю вину практически сваливает на одного, на Иуду Искариота. Но давайте внимательно посмотрим, был ли Иуда одинок в своем поступке, и не окажется ли в этом списке и другие люди. Кто-то о предательстве сказал такую фразу, такую мысль: каждый удар в спину имеет свое лицо. Каждый удар в спину имеет свое лицо. Мне кажется, что, исследуя эту тему в Ветхом и Новом Завете, мы обнаружим, что она наполнена историями жутких событий, поступков, дел, связанных с предательством. Ведь нужно сказать, что предательство Иуды, братья и сестры, не было чем-то из ряда вон выходящим. На протяжении всей истории Ветхого и Нового Завета и по сей день, начиная от Адама, человечество продолжает предавать Христа. Вспомним грехи первых людей в раю. Это тоже было предательство. Передать, мы чуть позже посмотрим синонимы других слов, которые открывают глубже смысл этого действия, этого греха. Отлитие золотого стельца, поклонение идолам израильского народа в течение многих-многих лет и поколений. Чтобы нам лучше понять, нам нужно глубже посмотреть на суть этого явления предательства. Это слово имеет глубокий смысл и имеет много синонимов, как я уже сказал. Братья и сестры, когда мы слышим «измена», неверность, дезертирство, вероломство, коварство, прелюбодеяние, отступничество. Это говорит о предательстве. Мы уже говорили, что в предательстве существует своеобразный обмен, очень подлый, низкий обмен предающих, чтобы из-за выгоды что-то получить. Братья и сестры, предательство – это противоположность верности. Современное общество, семьи наполнены этими грехами. И мы сегодня часто можем слышать разбитые семьи, судьбы, оставленные дети. Он или она предали меня. Он или она изменила мне. Измена подойдет к этому слову, как к слову предательства. Интересно, что слово «изменить», корень это слова «менять», «заменить», «убрать одно», «приобрести другое». Изменять значит нарушать верность, перейти на другую сторону, переменить даже мысли. Вот так вот приблизительно говорят некоторые современные словари русского языка об этом слове. Предательство или измена. История человечества, история израильского народа – это история неверности, отступничества и предательства по отношению к Богу. Я хотел бы привести только несколько коротких текстов Писания, чтобы мы в этом убедились, братья и сестры. Книга пророка Иезекииля, 2 глава, 3 стих. Книга пророка Иезекииля, 2 глава, 3 стих. «И он сказал мне, Сын человеческий, Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня». Обратите внимание дальше. «Они и отцы их, изменники предо мною до сего самого
дня. Они и отцы их, предатели, изменники, предо мною, пред Богом, обратите внимание, до сего дня. Господь очень часто сравнивал свои взаимоотношения с Израилем, как взаимоотношения мужа с женою, не правда ли? Давайте вспомним еще один текст. Это книга пророка Иеремия, 3 глава, 20 стих. Пророк говорит так. Если можно, откройте, пожалуйста, 3 глава, 20 стих, книга пророка Иеремия. «Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно отступили со мной, поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь». Братья и сестры, как мы видим в истории израильского народа, в отношениях с Богом, этот народ, эта измена состояла в том, что Израиль поменял служение Богу на служение идолов. Законы Божьи были поменены на законы человеческие. И результат этой измены, этих предательств, которые проходили, можно сказать, веками, из поколения в поколение, были страшные. Войны, болезни, плен, неурожаи, которые были в народе, потеря обетованной земли. Братья и сестры, поэтому говоря о предательстве Иисуса Христа, мы видим, что Иуда Искариот, еврейские первосвященники, старейшины и другие, кто участвовал в этом преступлении, не были оригинальны в этом смысле. Они не были первооткрывателями. Они просто шли по тому пути, который шли их предшественники. Давайте чуть ближе посмотрим на тех, кто был со Христом в то время, и посмотрим, и попробуем понять, какие же мотивы этого предательства в этих было людей. Еще раз хочу сказать, Иуда был не одинок. Знаете, я думаю, что в предательстве, в изменах присутствует, по крайней мере, должны присутствовать какие-то мотивы. Пусть самые низкие, пусть самые корыстные, пусть самые какие-то, может быть, подлые, но они должны быть. Ну, просто так же не предают. Пришел вот и сказал, или отдал что-то, или сообщил, или изменил. Какие-то должны быть, наверное, мы пытаемся здравый смысл как-то подключить, какие-то веские причины. Когда мы говорим об Иуде Искариот, братья и сестры, я думаю, что это, знаете, определенная такая глубокая тайна, которую мы никогда не поймем до конца ее, несмотря на то, что Писание и Христос подробно и много говорится об этом. Быть 3,5 года рядом со Христом, видеть, слышать, есть вместе, видеть чудеса, которые Он делал, проповеди, которые Он говорил, отношения иметь, видеть, как он относится к тебе. Ящик были доверены ему, чтобы он собирал эти пожертвования. Ну, знаете, это уже настолько приблизить, дальше некуда. Почему? Что за этим стоит? Вы знаете, когда мы читаем вот этот текст, интересно, что он приходит и задает вопрос, говорит, что вы дадите мне, и я вам предам его. Кого, Иуда? Христа, Сына Божьего. Они предложили ему 30 серебряников, и торга не было. Ну, сказал, этого мало, вы понимаете, с кем вы имеете, если вам нужен, ну, попроси уже что-то. Достаточно. Ему было это достаточно. Братья и сестры, мне кажется, что вот взглядываясь в образ Иуды, мы видим образ падшего Адама. Мы видим образ дьявола, который настолько обольстил этого человека, что вошел сатана в Иуду после определенного, помните, действия, после куска, который он взял. Вошел сатана в Иуду, чтобы сделать свое страшное дело, чтобы никуда не делся Иуда,
чтобы сделать все как нужно. В образе Иуды, братья и сестры, вглядываясь в этот образ, поступки, там нету смысла, там нету логики, там нету ничего. Там есть только одно желание предать. В образе Иуды мы видим все падшее человечество, падшего Адама, падших людей, результаты вот этого падения, которое произошло в Адаме. Нет ничего святого. Готовы на все. Предать может только свой. Понятие «меня предал враг» не существует. И об этом говорит и сам Христос. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 18 стих. Смотрите, как Он говорит. «Да сбудется Писание, едущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою». Не какой-то другой. «Едущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою». И Христос не был предан только Иудой. Давайте посмотрим некоторых других людей, которые окружали Христа и участвовали в этом преступлении, в этом грехе. Первосвященники, старейшины, книжники и фарисеи. Когда Христа привели к Пилату, Пилат хорошо знал, почему они привели, причины, их мотивы. Пилат, обратите внимание, Евангелие от Матфея, если у вас открытые Библии, мы читаем 26 главы, 27 главу, одну страничку мы перевернем, посмотрите на 17-18 стих. «Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» И 18 стих, обратите внимание, «ибо знал, что предали его из зависти». Причина была, но причина такая же подлая и низкая, из зависти. Знаете, Библия говорит, книга Притчи, 14 глава, 30 стих, что зависть – это гниль для костей. Зависть – это гниль в костях или для костей. Трудно, правда, когда кости гниют. Больно, неудобно, мучение. Нужен какой-то выход, чтобы как-то избавиться от этого. И вот выход в этот был, когда завидовали Христу. Но мы здесь находились, здесь внимание все нам. Мы как бы были во власти. Пришел какой-то с Галилеи. И народ идет за ним. Нужно что-то делать. И вот выход было подлое предательство Иисуса Христа. Я думаю, что что-то подобное испытывали братья Иосифа по отношению к своему брату. Помните, когда-то Стефан, когда он проповедовал в Деянии апостолов, Стефан проповедовал, он говорит такую интересную фразу или свидетельство пред Синедрионом. Он говорит так, Деяния, 7 глава, 9 стих. «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет». То же самое состояние, то же самые мотивы. Цена немножко, на 10 дешевле серебряников. Там 30, а там 20 серебряников. Но когда гниют кости, зависть вот эта, нужно где-то ее что-то делать. Выразилось в предательстве. Книжники, фарисеи, первосвященники, старейшины, религиозные лидеры не были одиноки, братья и сестры, оказывается. Был человек, наделенный властью. Человек, который проникся к Иисусу Христу симпатией, состраданием. Человек, который хотел освободить Иисуса, потому что видел эту картину. Он был человек военный, стратег, психолог. Прекрасно понимал, видел, что происходит, вот эта вся интрига, когда привели Иисуса Христа. И хотел отпустить его. Назовите имя этого человека. Пилат, совершенно верно. Действительно, Пилат, он даже назвал, говорит, это человек, потому что знал, из зависти предали. Ему прекрасно все объяснили, хорошо ориентировался он. Но обратите внимание на поступок Пилата, братья и сестры. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 19 глава, 12 стих, с этого времени, Иоанна 19 глава, 12 стих, с этого времени Пилат искал
отпустить его. Иудеи уже кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю». Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Это уже серьезно. Обратите внимание, здесь тоже в предательстве происходит определенный обмен. Что-то на кого-то нужно поменять. И здесь он слышит: «Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Братья и сестры, посмотрите внимательно, как начинается 13 стих следующий. Пилат, услышав это слово, есть опасность потерять свое положение, власть, если узнает, что ты не друг кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса, сел на судилище на месте, называемое Лифастратон, а по-еврейски Гаваффа. В предательстве есть определенный обмен. И Пилат начал думать: если я отпущу Иисуса, значит, я не друг кесарю, я потеряю все. Да, собственно, кто он для меня? И Пилат сделал выбор. 19 глава, 16 стих Евангелия от Иоанна. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. После вот этих борьбы, после размышлений, Пилат принял решение. Он предал его на распятие. И взяли Иисуса и повели. Кто же участвовал еще в предательстве? За Иисусом ходили толпы народа, которые слышали его. Многие любили его, следовали за ним, потому что испытали много благословений. Но давайте посмотрим состояние людей, которые окружали Иисуса Христа в то трудное для него время. Евангелие от Матфея, 27 глава, 20-21 стих. Посмотрите, пожалуйста, как народ отреагировал и какой народ выбор сделал, и было ли участие народа в предательстве Христа. «Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Вараву». 26 стих. «Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». В предательстве всегда есть определенный обмен. Или кесарю буду друг, или Христу. Или Вараву нужно отпустить, или Иисуса. Если Вараву отпустить, то что с Иисусом сделай, называем Христов? Предать нужно его на распятие. Вы знаете, когда мы понимаем, люди, которые не любили Господа, может быть, безразличны были, готовы были поступиться своим, но, знаете, те, которые были 3,5 года, самые близкие, те, которые, интересно, мы смотрим, когда Христос говорил неоднократно, что один из вас предаст. Помните, как Петр реагировал? «Господи, если все, то не я. Я не отрекусь от Тебя». Написано, и другие тоже в этом Христа убеждали. Но Господь знал их сердце. Интересно, Евангелие от Матфея, 26 глава, посмотрите на 31 стих. Христос говорит: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Все вы отречетесь от меня сегодня ночью», другой перевод говорит. «Все вы отступитесь от меня в эту ночь». Некоторые переводы переводят вот эту фразу. «Вы соблазнитесь, вы отречетесь, вы откажетесь, вы отступитесь от меня». Мы видим Петра, который убеждал своего Господа. Но мы знаем, что произошло с Петром. Если посмотрим 26 глава, 55-56 стих, братья и сестры, посмотрите внимательно. 55-56 стих. «В тот же час сказал Иисусу народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». 56 стих. «Сие же было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали». Братья и сестры,
и Пилат, и народ, и первосвященники, и те, которые были с ним, самые родные, те, которые говорили «нет», оставив его, они бежали. Предать чужое нельзя. Предают свое и то, что представляет особую ценность. Но цена предательства, братья и сестры, очень высока. Цена предательства очень высока. Мы знаем судьбу Иуды. Иуда, который, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам, старейшинам, говоря: «Предав я кровь невинную». И Писание дальше говорит: «И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Цена предательства очень высока. Христос говорил, 24 стих: «Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». Братья и сестры, ответственность человек несет. Как бы ни было. Писание говорит, называет его сын греха, сын погибели. От лукавого был. Но ответственность человек несет за предательство. Горе тому человеку. Да, сын человеческий идет по Писанию, все должно сбыться. Но горе тому человеку, которому предается. Лучше бы этому человеку не родиться. История говорит о Понтии Пилате. Вскоре после этих событий он был отстранен от власти, он был сослан на один из островов, он находился в одиночестве. И история или предание, я не могу гарантировать, но так говорят. Пилат очень часто просил, чтобы ему лили воду на руки. Он часто умывал свои руки и говорил: «Невиновен я в крови праведника сего». И предание говорит о том, что он не выдержал этих мук. Он бросился со скалы. Не буду говорить точно, так говорит об этом предание. Народ вместе с первосвященниками, старейшинами, книжниками, фарисеями вынес для себя страшный приговор, братья и сестры. Мы читаем 25 стих этой 26 главы. Обратите внимание, они сказали: «Кровь его на нас и на детях наших». Кровь Христа на нас и на детях наших, братья и сестры, народ израильский до сих пор несет последствия своего предательства. И это будет продолжаться, братья и сестры, и в период великой скорби, пока они не увидят того, кого пронзили, пока народ израильский не принесет покаяния. И книга пророка Исаии и Захарии говорит потрясающие вещи о том, что каждое племя будет рыдать особо. Каждое племя будет рыдать особо. И те, которые пронзили его, увидят. И Бог даст источник для очищения греха народу израильскому, братья и сестры. В этом есть величайшая милость. Нам известна судьба учеников. Нам известны слезы Петра, нам известно состояние этих учеников, их страх, когда они ушли в Эммаус. Кто-то был запертый дома, в страхе находились, братья и сестры, нам все это известно, какую цену и ученики платили за свое предательство. Давайте сделаем короткий вывод из нашего сегодня рассуждения. Было ли предательство Христа необходимым звеном в деле нашего искупления? Было ли предательство Христа необходимостью в деле вашего и моего искупления и прощения грехов? Я убежден, что да. Что быть верным первосвященником, предстоять за нас пред Господом, никогда не предав нас, Христу нужно было вкусить не только плевки, не только поношения, не только терновый венец должен был впиваться в ему голову, не столько самое жуткое издевательство римских солдат,
Не только гвозди, которые пробили руки и ноги, нужно было выпить чашу до дна. Нужно было испытать поцелуй Иуды на своей щеке. Нужно было испытать предательство самых близких. Нужно было испытать предательство власти, предательство религиозных людей и предательство всего мира вместе с нами, братья и сестры, для того, чтобы вкусить, чтобы не было никаких претензий ко Христу, что что-то плохо еще не сделали. Избили, распяли, предали. Для чего? Для того, чтобы стать, братья и сестры, тем, кто Он есть для нас. Чтобы никогда в вашей жизни не было дня и минуты, когда вы могли бы подумать, Христос предал, Христос изменил, Христос что-то не выполнил. Братья и сестры, вот такого мы Христа сегодня имеем на небесах, первосвященника. Слышите, дорогая церковь? Вот такого Господа мы имеем сегодня, который не предаст никогда вас и меня в нашей жизни и проведет до конца, поддержит, научит и ведет свое царство. Вот при таким Господом, братья и сестры, я бы хотел вместе с вами сегодня преклониться и в наших кратких молитвах поблагодарить Его за верность Его. Аминь.